22 августа 2016 года закончился показ первого сезона телесериала «Кризис нежного возраста». Сериал «Кризис нежного возраста» повествует о жизни трех 18-летних девушек в большом городе. Режиссерами ситкома стали Наталья Меркулова и Алексей Чупов, снявшие драму «Интимные места». Роли в телесериале исполнили Мария Паежиева, Ксения Суркова и Кристина Исайкина, а также Максим Виторган, Алиса Гребенщикова и другие актеры. Выход второго сезона телесериала «Кризис нежного возраста» запланирован на осень 2017 года. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии и следите за всеми новинками кинопроката вместе с нами.